И я снова вас всех рад приветствовать в пятничном стриме. Всем добренько, друзья. Собственно, посидим, немножечко потарахтим, как обычно. Поговорим на различные приятные темы. Посмотрим карты Google Maps там. Авито там, eBay и прочее. Ну и отвечаю на ваши вопросы, которые накопились в течение недель, дорогие друзья. Сборный дом. Добренько. С ним делать. Добренько всем, кермановцы. Олег зачем побрился? Теперь на Пепу похож немного. Где свинка, кстати? Говорят, ее продал на Авито. Если будем фильм смотреть, заказываю РРР. С уважением, дядя Леоя. Спасибо. Так что, надо бриться, надо. Я ж не брился только потому, что у меня зеркала в ванне не было. Сейчас оно есть. РРР хорошо, добавим. Не, если на YouTube заблокируют, то на заводы из блогеров не пойдет никто. Ни один блогер на завод не пойдет. Скриньте эту информацию. Даже если он вам скажет, что он пошел, значит, он с вам соврет просто. Да, я, кстати, могу действительно свадьбы снимать и корпоративы. А еще фотографом могу работать запросто. Я в целом в хорошем настроении, у меня все отлично. Поэтому я спокойненько отвечаю на вопросы, общаюсь на любые темы, но в рамках приличного все. Я не грустный, у меня настроение нормальное. Надо. Хорошо, 10 штрафа. А что помнить-то, дядя Лев? Надо что ли это самое? А плохом вообще лучше не думать. Ну, 10 тысяч за штраф, что, блядь? От того, что ты будешь думать, расстраиваться, это тебе сделает лучше, что ли? Нет. От того, что ты будешь это постоянно держать в голове, тоже лучше себе не сделаешь. Он же не исчезнет, штраф, от того, что ты будешь про него думать. Все, было-было, нахуй, надо забыть про это. Пизду. Олег, добрый вечер. Хорошего стрима. Ты хотел бы работать на экскаваторе? Спасибо, Дима. Нет, на экскаваторе не хотел бы работать. Олег, в телеге недавно видел стикер пак твоего имени. На одном из стикеров твоя голова приделана к реклайнеру и получилась отвратная гусеница блевотного вида. Зачем ты делаешь эти стикеры официально? Александр, да ты донатишь или не ты? Кто это донатит? Александр, признавайся. Олег, а почему ты не хочешь работать на экскаваторе? Я не знаю, Дим, что за вопрос, честно говоря, к чему он. Ну, это то же самое, что... Почему ты не хочешь работать пожарником? Почему ты не хочешь работать там еще кем-нибудь? Ну... Потому что я даже не знаю, как на него ответить. То есть, это как... Я никогда даже не задумывался об этом, чтобы работать на экскаваторе. Мне никогда не тянуло к этому. С чего бы мне хотеть работать на экскаваторе? Что-то... Я понимаю, если бы это была какая-то профессия, которую все люди мира хотят, а вот ты почему-то не хочешь. Ну тогда еще куда ни шел. Водитель экскаватора, я не знаю. Ну а что хорошего-то? Кто-то сильно хочет. Барахольщику этому. Вот он снимает барахло, которое ему приносит. Я смотрел бы твой стрим через лет 30, как ты палкой в экран стучишь и бубнишь. Спасибо.
Здесь барахоли, я ж его видел. Вот такие штрафы. С пятницы 13, Олег. Спасибо большое за контент. Давай сегодня смотреть хоррор. Ставлю на Лепрекон 3. Спасибо, Андрюх, спасибо. Да, в пятницу 13 сегодня. Число такое роковое. Олег, на поддержку канала. Продолжай в том же духе, поставь на фильм «Драйв». Спасибо большое, спасибо, Андрей. Два Андрея задонатило. Спасибо, Андрей, вам за поддержку. Благодарствую. Мне очень приятно, как раз штрафы оплачу. Вот. А то мне штрафы вышли дороже, чем странные китайские джинсы, блин, которые я купил. Нахер я эти джинсы? Самая ирония заключается в том, хочешь сэкономить, тебя, сука, вот так вот возьмут и наебнут, нахуй. Сказал, ты, сука, не покупаешь брендовые шмотки, покупаешь ебучую паль, получай, сучонок, получай, нахрен. Вот так я и получил. Купил, блин, какие-то, ну, паленые джинсы, ну, хуйню, как какой-то магазин там в торговике был, ну, там, типа, всякие брендовые они. А на самом деле они там стоят копейки, по 1500, по 2000 джинсы такие. Ну и какие-то там кучу всяких брендов. Понятное дело, что не оригинальные. Вот, ну выглядит, я думаю, более-менее. Я там стоял, выбирал джинсы. Вот выбирал, потом померил такой. Ну вот ведь подойдут. Подошли. Отдал больше, чем они стоят. Скупой всегда платит дважды, а то и трижды. Вот не будь скупым. Вот такое правило мне. На следующий раз будет мне урок, что ни в коем случае не стоит, блин, покупать паленые вещи. Все, это тебе нахрен карма, блин, наказала меня за эту хуйню, за этот скотский поступок. Наказала меня карма. Вот так вот. Ну, такие дела. Что я могу сделать с этим? Нихера, блин, уже. Хера не могу сделать. Хотел бы я с этим сделать что-нибудь. Себе, блин. А ничего страшного. Я говорю, все на ошибках учатся. В следующий раз буду внимательнее. А то я с прошлого раза забыл, что такое эвакуатор. Вот надо это самое вспоминать. Да вообще, ну я вижу, этот район плохо знают. В том-то районе я уже привык, где я жил раньше. Там я... Типа, все парковочки. Да там и не было никаких мест таких, где там штрафы прилетают или еще что-то. В том районе у меня было все налажено. Там вообще ничего подобного бы не могло произойти. А здесь, извините. Наследство деда только одним... О, еще один умер дед. Еще один дед ушел на тот свет, и его барахло продают. Бред. Новую версию Last of Us получится. Новая версия Last of Us не будет отличаться особо ничем от старой версии Last of Us. Вот и все. Какая разница, получит ли Last of Us новую версию, если он будет выглядеть ровно точно так же, как и старый. Потому что это разница, это вот разница, когда... в лоб сравнивают. Вот когда ставят два телевизора, две приставки, и вот ходят с моноклем, так, вот здесь вот травка почетче, позеленее, вот здесь вот у здания кирпичики получше выглядят. Это то же самое, вот, как сравнивать там PlayStation Pro версию Last of Us первой части и PlayStation обычной 4. Вот если просто так играть, ни хрена не увидишь. А вот если вот ролик специально посмотреть, то да, вот там на PlayStation 4 Pro там тени с меньшим количеством лесенок и прочее. Ну, это чушь. Это вещи, которые приедаются буквально вот за полчаса, банально. Это вот как настройки графики на компьютерах, где ты можешь там поставить ультра, и выше там ультра, высокий, средний, низкий, еще там всякие там анизотропные фильтрации, там 8x, 16x, там прочее.
Олег, привет, знаешь, я наткнулся на Олег, твой стрим. привет. Знаешь, я наткнулась на твой стрим на прошлой неделе и очень зацепила твоя манера. Жизненно и круто. Есть вопрос, а ты бы отдался девушке, если бы она подарила тебе PS5? Нет, я за такие вопросы не отвечаю. Ну что это за неприлично такое спрашивай. Проститутка какая-то, чтобы отдаваться за PlayStation 5. Это вот все, блядь, там, ну это бред. Честно сказать, вот есть каналы, где там какая-нибудь девочка-стримерша сидит, там, понятно, все комментарии направлены на то, вот как она там кушает, как она там какать ходит, блядь, или еще там что-нибудь делать. И прочее, всякую хрень у нее спрашивают на стриме. То здесь у нас просто мы сидим, чисто кайфуем от техники, от машин, от городов, от Соединенных Штатов. И именно вопросы вам нужно задавать в комментариях. Вот эти. Я не буду отвечать вам на вот эту всякую чушь. Отдамся я за консоль или не отдамся. Или какой там последний раз у меня был секс там. Но это не тематика канала совершенно. Я не разговариваю на такие вопросы. Мне это не интересно. И я не буду отвечать на эти вопросы. Вы можете не задавать их ни в комментариях, ни в донатах, нигде. Эти вопросы будут игнорироваться, все. Можно купить, попробовать для, в принципе, для этой самой, для Nintendo Wii, можно попробовать взять, вот, допустим, тот же OSS. OSS, в принципе, удваивает строки, может сделать чуть-чуть получше. Я купила себе толстый фалоимитатор с шипами и функцией вибрации. Никогда не пользовалась таким. Ты как техноблогер сможешь рассказать о таких Нет, устройствах подробно? Нет, я такие подробно? Устройства не обозреваю. Я на такие устройства обзоры не делаю. Олег, спасибо за стрим. Нахрен, не работает, черт с этой виндой. Я даже переустанавливать-то, если честно, ее не хочу. Но придется. Олег Киров, вы довольны размером вашего тру? Опять у вас вопросы дурацкие. Я вам говорю, я не отвечаю на дебильные вопросы. Вот этот вот пионер надо взять. Потом вот я нашел комплект high-end акустика, пионер как у меня. Тут мне надо задние Привет. Два еще канала дополнить. Что скажешь продать Деки-Сони? Не планируешь в коллекцию? Спасибо, Константин. Да, Деки-Сони нет, не планирую в коллекцию, потому что это все аудио часть, это все музыка. А поскольку я музыку не слушаю, то мне это оборудование не нужно. Это тоже будет интересно взглянуть, насколько сильно он шумит, можно ли его сделать тише. 525 зрителей, и когда полоска доната увеличится? Да, полоска доната, я особо за ней не слежу. Мне, я ж сижу, просто общаюсь с людьми на технические темы. Ты же говорил, тебе бабушка не разрешает звук нормально включить. Ну, нормально, конечно, не разрешает включить, но я в дальнейшем собираюсь, может быть, Олег, съехать. Олег, привет. Давай еще на Хуан серию S обирать хотя бы. Не, ну Хуан я навряд ли его куплю. Ну, может, я его куплю, Хуан, когда-нибудь там, вот как Xbox S я покупал два раза. Чисто вот обзор я снял. Кстати, тот обзор неплохо так зашел. Ностальгатор, ты не хочешь, что ли, лепрекона ты смотри? Я думал, многие хотят лепрекона посмотреть. Вы так все рвались, лепрекона посмотри. Я занят. Не идут. Эй, ёбу! Эй, ёбу! Эй, ёбу! Эй, ёбу!